Рикардо, я на месте. Сюда андроиды приходят умирать. Говорит Рэнсом, официальный представитель компании Сиксон. Сегодня утром я обнаружил у себя в квартире андроида, а когда спросил его, как это понимать, он на меня набросился. Мне пришлось бежать из собственной квартиры. Я требую немедленно отправить ваших самых вменяемых техников к ядру Аполло. Пусть разберутся, что происходит, и сообщат мне. Дверь раскурочена. Не подобраться.
Химическая угроза. Уровень омега. Доступ к Аполло. Немедленно включите транзитную линию. Транзитная линия Аполло только для сотрудников компании Сиксон и андроидов. Ясно. Значит, придется говорить с Аполло напрямую. Биологическая угроза уровень омега. Все решения отозваны. У меня нет на это времени. Не назначено.